Скандал вокруг открытия нового медучреждения разгорается в Алматы. Дело в том, что гостиницу, которая находится на небольшом расстоянии от жилого комплекса, переоборудовали под клинику. Люди опасаются, что там будут лечить зараженных коронавирусом, и якобы опасную инфекцию подхватят и они. Алтын Миндыбаева выслушала все стороны. Жители этих многоквартирных домов сегодня собрались, чтобы заявить: мирно сосуществовать с таким соседом нельзя. Они взбунтовались, потому что неподалеку от их двора развернулись строительные работы. Гостиницу переоборудовали под некое медучреждение. Люди утверждают, главный санитарный врач города лично заверил их, что здесь будут лечить ковидных больных. Все это нейтрализовано. Современные технологии. Нет, будет, вы скажите, здесь будет. Люди говорят, расстояние между новой клиникой и жилым комплексом небольшое, поэтому просят приостановить все работы. Уже построено несколько ковидных центров. Мы не против них. Ковидный центр должен располагаться вдалеке от жилых районов, а у нас вообще через забор. Ну, вот у вас сколько метров расстояние? Вообще-то 20 метров. Да вообще нет. Метр. Да, метр. Забор. Жильцы заявляют, они против соседства с любым медучреждением. Вот забор этой клиники, вот он. Да? Давайте сюда повернемся. Смотрите, вот это вот стоят фильтра. Вот видите, они выдувают воздух, да, прямо сюда. То есть на гуляющих здесь. Вот посмотрите, стоит фильтрация и вентиляция. Вот они. Смотрите, расстояние до прогулочной зоны даже метра нет. Двери клиники сейчас закрыты. Здесь еще не начали принимать пациентов. Поговорить с руководством не получилось. Представитель на данный момент нет, у меня контактов нету. Чиновники говорят, о монтажных работах их не предупредили. Соответственно, экспертизу медучреждения еще не прошло. Данная гостиница переоборудована под клинику Хилмир Хоспитал. Строительно-монтажные работы проводились без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров, также без уведомления о начале строительно-монтажных работ. Эксперты уверены, к расположению ковидных госпиталей должны быть высокие требования из-за высокого риска заражения. По существующим сегодня требованиям и международным рекомендациям расположение ковидных центров должно осуществляться в пригородных и зеленых зонах на расстоянии ближе 1000 метров от жилой зоны, иметь дополнительный въезд. Санврачи ситуацию пока не прокомментировали, поэтому собираются ли в переоборудованных гостиницах действительно принимать коронавирусных больных, неизвестно. На то, чтобы предоставить проектно-сметную документацию, у застройщика есть еще 12 дней. Иначе ему грозит штраф. А еще чиновники обещают устроить проверку. Если и это не поможет, жители готовы повторно обратиться с жалобой во все инстанции. Алтын Миндыбаева, Ержан Эркинбеков, КТК, Алматы.